Но я могу сказать, что детей в этом отделении... Часть за деньги. Можно прийти бесплатно в церковь? Конечно, можно. Можно, можно приходить. Девочки купить за деньги, все за деньги. Дело в том... Девочка, ну ведите себя хорошо, ну пожалуйста. Ну. Ты скандалишь просто так, я знаю. Просто характер дурной. Ну, вот, я не знаю... Вот я не знаю, выйдешь ли ты замуж с таким характером, вот это вопрос еще. Ну, она озлоблена или просто невежда. Вот тачка крутая, да, мне эта администрация выделяет по положению. По положению я приехал на этой машине. Администрация в области выделила. Я не оправдываюсь, но свинюшка такая, она просто не имеет меры и корректности нет, невежда просто.